Эффект Манделы в советских фильмах. Для тех, кто не знает, эффектом Манделы называют ложную коллективную память. И сейчас на примере советских фильмов я вам докажу, что вы его тоже неоднократно испытывали. Например, если вас попросить закончить знаменитую жалобу Шпака, то скорее всего вы скажете, что все пропало. Однако на самом деле она звучит так. Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. А теперь попробуйте продолжить песню 5 минут из фильма «Карнавальная ночь». 5 минут. А что если я скажу, что фразы «это много или мало» в этой песне не было? Ее додумали уже сами люди, так же как и фразу «покатай меня, большая черепаха». На самом деле львенок сказал так. А теперь покатай меня, а? Ну и напоследок, помните знаменитую фразу Жеглова «ну и рожа у тебя, Шарапов»? Так вот, на самом деле она звучала так. Ну и рожа у тебя, Володь. Ох, рожа. Смотреть страшно.